Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередной видосик про наш бездонат. В выходные решил не убиваться, не особо заснимал вам видосы, не качался, не прокачивал даже этот аккаунт, не было на это времени, решил немножко отдохнуть. Мы сказали, что мы будем здесь не в усиленном режиме играть, а как обычный игрок. Поэтому сегодня мы дадим наконец-то. О, ничего себе, имба сразу упала. Имя этому аккаунту. О, выживание. Вот это интересно, интересно. Закину сюда. Так, что там у меня смена. В общем, решил дать название. Кушал, кушал и думаю, блин, вкусная сарделька. У нас будет аккаунт называться «Весело сарделька». Не знаю, возможно, когда-то мы его поменяем. Куча, я перечитал разных ников, веселые были, но решил просто так назвать от фонаря. Это будет у нас жирная бездонатная сарделя. Вот даже сарделя назовем ее сейчас так. Сейчас я поставлю раскладочку и пойдем. Вот как видите, у нас, как всегда, вот так вот сарделя у нас будет. Такой вот у нас никнейм. Не знаю, мне он понравился. Кто любит сардельки, жмите лайк. Так, окей. А что у нас сегодня по плану? Давно я не забегал сюда, ничего не улучшал. Честно скажу, не было на это времени. Постараюсь исправиться. Как минимум один раз в день будем забегать. А вот что самое интересное, я, к сожалению, не успею это собрать никаким образом, но без доната могли бы получить неплохие плюшки, как видите, то есть прокачать на девятку не проблема даже для без доната. Так, у нас сегодня вот такой вот герой Сетна, расскажу вам о герое, что он может, что он умеет, для чего его качать. Есть такой герой Триант, это у нас Седна, где-то одинаковые герои, но совсем разные. В чем плюс этого героя? Наносит урон сразу 5 вражеским целей, дерево 1, допустим, оживляет 3 героев, дерево оживляет там 4-5 героев. Тут 30% здоровья на первом скилле, там больше, плюс там дают деф. Но самое интересное, что этот герой добавляет рандомно герою 100%, ну вот, увеличивает атаку союзного с героев на 100%, то есть это по сути еще и бафер хороший, а также получаем урон уменьшает на 60 на 3 секунды, ну и плюс восстанавливает здоровье союзного героя на 600% от атаки. Что по талантам, сразу говорю, там ставят многие бастион, нету смысла собирать его на урон, ее лучше собрать либо сожива, если есть ремка рунами. Можно на вариант даже поставить ремочку, еще один вариант, самый оптимальный, это священный огонь, то есть дефный плюс жизнь, этого будет вполне хватать, ее пик пробьют, я вам так скажу, можно каменку поставить, в зависимости от того, что у вас есть, это бездонатные варианты. Показывал я уже кучу обзоров с ней, покажу вам, какие у меня есть в конце видоса, кому интересно. Так, окей, поехали качать. О боже, ужас, ужас, что тут творится. Использовать, можно было бы поролить, но нечем у нас здесь ролить. Так, я хотел пооткрывать вот эти вот плюшки, но у меня места не хватает. Ну, придется потратить 100 самиков. В любом случае, мест будет всегда не хватать, поэтому рано или поздно придется их улучшать. Тут у нас, конечно же, топовых плюшек не будет. Ничего себе, 2 самика, по-моему. О, ничего себе, 50 самов. Ну, ребят, это все, это топовое открытие было. Надо будет еще на других пооткрывать, посмотреть, что же падает. В общем, расщедрилась у нас IGG. Сделала для народу мега подгон. 55 самоцветов, ребят, халявных я получил. Вот так вот. Так, по поводу Седны. Мы ее сегодня будем немножко улучшать, качать, потому что мне она нужна будет в дальнейшем. Это тут герой, без которого реально сложновато будет. Ну и я очень рад, что он у меня выпал здесь.
Так, открываем. Перейти. Все равно ресурсы я пока все вот свободные вливаю в тыковку. Потому что мне от нее нужен будет очень хороший разгон. Так. С этим мы разобрались. Использовать. Сейчас мы поставим еще арену себе. Будем вообще крутыми. Крутой сардалей. Так, сарделя. Так, окей. Строим арену. Как видите, я купил уже одного строителя. Следующий у меня за 1000. Надо будет всего 5, поэтому не жалейте ресурсы на строителей. Их надо, точнее, самики их надо улучшать в первую очередь, потому что у вас будет быстрее прокачка всех зданий. Соответственно, вы быстрее сможете развиваться и проходить локации. Так, окей, с ником мы определились. Сейчас мы займем, поставим аренку. Это дополнительно даст нам фарм самиков. Так, окей, отлично, нас уже просят зашатать арену, создать команду, сохранить. На защиту тоже надо поставить. Именно у нас его просят, окей. Сохранить. Успешно вышли. Окей. Спасибо, спасибо. Здесь можно посмотреть топчик и можно посмотреть видосы прошлых боев. Создаем команду. Идем получать люлей. Так. Атлант. Сохранили. Можно брать одновременно 6 героев. Тут все зависит от вашего титула. Чтобы вы понимали, чем выше титул, то о чем я изначально говорил, тем лучше у вас будет здесь здоровье и урон, соответственно, против других. Сарделя побежала нагибать на арене. Вот видите, у меня уже есть один талантик, я его поставил. Новый. Он мне будет реально очень помогать. Я надеюсь, я еще выролю. Даже первые там будут очень неплохо тащить. Так, ну что, с первой победой Сардаля затащила. Тут сейчас мы по-любому сольемся. Тут без вариантов. Тут уже даже эволюции пошли полным ходом. Да, тут даже в лоб не затащим. Так, тут Гаргул. Тут тоже, смотрите, мои прокачки 40-е против... Ну, в любом случае, нам надо 5 боев отвоевать. Давайте попробуем. Ну, значки почета можно получить тоже, в принципе, для развития аккаунта вполне нужно. Так, есть, отвоевали. С этим мы разобрались. Так, получили еще за арену плюшечки. И сегодня у нас еще по плану попробуем начать проходить волны. Чисто ради интереса посмотреть, что же у нас получится. Так, магия. Тут мы улучшили. Поставлю себе напоминание на прокачку. Такс. Будем улучшать. Так, что у нас по квесту? Добавилось у нас на 5000, добавился турнир. То есть мы сегодня, давайте даже не на волны пойдем, а сегодня турнир. Расскажу вам о турнире. Вот такой вот есть турнир героев. Здесь есть волны, за прохождение которых вы можете получить самики. Для бездоната это одна из лучших вариаций фарма ежедневного самоцвета, потому что в последнее время здесь увеличили количество, точнее улучшили шанс выпадения самиков, ну и соответственно там других плюшек. Можно здесь получить там на тяжелом режиме дополнительно 9 руны таланта. Вот как видите, их показывают. Ну, то есть тут все расписано, написано, что и как. Вот у нас первая волна, князь тыква. Начать. Поехали получать люлей. 10 уровни. Они сейчас получат разгон, они просто мы их всех нафиг ушатают. Это просто звери будут. А может и нет, нет, нифига, ребят. Не там-то было. Вот, здесь можно получить дополнительно осколки героев, против которых ты воюешь.
То есть можно собрать осколками героев, то есть это еще дополнительно очень неплохой бонус от разработчиков, то, что они все-таки ввели это так, я не знаю. А сейчас, наверное, он ушатает. Нет, мы все-таки прошли даже вторую волну. Вот так вот. Значки почета и поехали. Сейчас суккубов, третья волна. 70-е уровни. Ну, тут, я думаю, нам уже реально хранты. Хотя, посмотрите на Седну, что она делала. Ну, она тоже слилась. Тут уже нужна расстановка, ребят. Ну, можно бесплатно обновить. Давайте попробуем друидов пройти. Третья волна. Да, против друидов тоже не вариант. Но 70-е не вариант. В общем, две волны прошли, третью пока в процессе. Как видите, есть шансы. Вы можете покупать карты дополнительно, проходить. Давайте попробуем Атланта. Может, с Атлантами больше повезет. Они как раз скучненько. А, нет, еще с другой стороны вышли. Ну, попробуем. Самое главное, чтобы они не включились. Если они включатся, все. Вот то, о чем я говорил. Они нас сольют. Так, окей, с этим мы разобрались, что там у меня по питомцам, да, питомцам надо тоже будет поулучшать, это дополнительно и сила, и надо будет потом прокачивать их скиллы. Там не хватает. Так, что тут у нас? Ничего, к сожалению. Так, у нас там сегодня даже есть акция. Нас ввели на всех серверах. Надо зайти хоть забрать плюшечки. Так, отправлено на склад. Отлично. Думаю, скоро будем фармить уже подземки полным ходом. Либо я буду фармить их так. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Так, окей. Испытания сейчас попрокачиваем. Надо нам качать все-таки нашу Седну. Тоже параллельно с тыковкой. Ничего не поделаешь, но надо этого и того героя качать, потому что Седна мне будет очень помогать. Вот 105, все, я опять стопорнулся. 80-й уровень. Так, тыковку тоже можно, в принципе, даже... Не хватает мне золота. Так, вот, разблокировались у меня пустынные руины. Так, что там, Сарделя у нас новый титул получила, походу. Такс. Да, рыцарь 2, ребят, можете меня поздравить. Следующий у нас титул, и у нас будет карта 5 яичек. Но надо 600 самиков на это потратить. Шахта гоблина откроется, тоже очень полезная вещь, о которой я расскажу. Так. Окей, тут мы зафармили, получили 10 кгшек. Я расскажу вам про пустынные руины. Что это такое? В общем, это локация, где вы можете собрать своих героев, создать команду с тех героев, которые у вас есть, и вместе с другими игроками, либо друзьями рандомно пойти и понахибать волны, которые есть. Есть 5 волн, есть такая вот магия, каждой магии написано, что она дает. Можно, ну, то есть, допустим, тут лечит союзников в области, да, я возьму, наверное, ее лучше сейчас. То есть, все о магии здесь есть, пишите создать команду, создаете команду 10 таких персонажей, кидаете сюда и присоединиться. И вот рандомно вам сейчас даст дополнительно такого же, как вы, либо получше, либо никого не даст, как повезет. Как видите, с Сарделей никто не хочет идти. Так, ну давайте. Подбор противника. Нет у меня союзников. То есть надо добавляться в друзья. Кому-то и с кем-то бегать, проходить, фармить. Потому что здесь дают очень и очень крутые плюшки для бездоната. Ну возьмите кто-то Сарделю с собой. К сожалению, нет. Придется добавлять. А, нет, есть, отлично. С кем-то сбегали. Добавлять свою основу. Так, ну окей, поехали. В общем, такие вот здесь расстановочки. Все зависит от силы. Вы можете выпускать максимум 4 героя. А потом использовать магию. То есть все герои, которых вы выбрали, могут быть выпущены один раз.
То есть если убили, вы выпускаете еще. В зависимости от того, насколько у вас прокачка героя, вы будете получать соответственно награды. Вот первую волну пустынных мы, в принципе, прошли удачно. Там дальше просто будут бешеные герои, которых мы просто будем, на которых просто сливаться будем. Так, отлично. Ну, то есть, случайно использовал магию, имеет кулдаун, как видите. Герои появляются там, где они закончили предыдущий раунд. То есть вот так вот. Все рандомно. Так, тут у нас уже Минотавр есть. Ну, тут такие еще. На этом левеле, конечно, это смешно, но это все смотреть. Жалко, здесь нету ускорялки. То есть есть вот 5 минут, и вы должны там пройти это все зачистить. Так, вторая волна. То есть добавляете в друзья кого-то и вместе с ними уже там откатываете. Есть карта на эту локацию дополнительно. Так, 2-5 мы прошли. И давайте сразу же кинем магию, пусть похилятся немножко, то они сразу появились. То есть, как видите, есть кулдаун и можно... Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе. Кого-то с моих слили. Вот сосиски. Так, ну третья тыковка, тыковка, живи, 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 живи. Я сейчас тыковку, наверное, сольют, нет? Ой, отлично, тыковка дала разгончик. Хоть немножко. В общем, локация для ресурсов, ее тоже не стоит пропускать. Реально, куча в рандоме людей бегает, можно бегать при желании проходить. Можно досрочно завершить, то есть вы получите там минимальные награды. Варианты разные есть, все зависит опять же от вашей прокачки. Вот они здесь появились, ладно. Вот все сильнее и сильнее против нас герои, сейчас нас будут тут просто шатать. Вот видите, что там Дракула наделала, 76 уровень. Половину слил, у меня осталось два героя в запасе. Так, ну осталось Седна, ее мы используем напоследок. Выпустим стрелка сзади. Не знаю, не знаю, тут сейчас будет нам жестковато, конечно. Так, окей, это прошли. Ну все, последняя волна, попробуем резнуть их. Конечно, я в этом очень сомневаюсь. Так, использовал магию. Тут уже башни, конечно, лупят жестко. Не знаю, там или Делео, что мы тут сможем сделать. Скорее всего, ничего. Тут даже, наверное, мне негде будет зарядиться толком, к сожалению. Ну, пробуем. Давай, Седнушка, резай. Вот она резнула. Вот видите, вот в чем ее плюс. Хоть они фулл хп резают, но это реально полезно, когда у вас такой герой есть. И хоть немножко у вас будет выше шанс, что вы затащите. Вот видите, она резнула именно по чуть-чуть всех. И это реально нас спасло. То есть вот польза от таких героев, как Седное дерево, вы можете в любой момент резнуть там определенное количество героев и, соответственно, улучшить свою ситуацию, где вас сливают. Так, окей, ну что, затащили, поехали. Вот награды, тоже дают осколки, как видите, показали нам рандомно, что где есть. Вы имеете, вот смотрите, 1800 значков почета и 60 кляшек. Дальше все открывается за самоцветы. То есть вот такая вот локация, пустынные руины. Почитайте, побегайте, реально она того стоит, и не стоит ее пропускать, эти попытки. Так, поехали, покажу вам быстренько, какие вариации у меня есть.
Русский я, наверное, не буду заходить. Давайте зайдем сразу же сюда на китайку, на английский. Если опять же Nox не выбьет, покажу вам, что стоит качать, чего не стоит качать, что у меня есть, какие я использую. Так, окей. Ищем нашу седну. Седна. Вот она. Ожива плюс ракушка. У меня такой вариант был тоже довольно-таки интересный. Рунами, как видите, ремка на китайке у меня. На русском, по-моему, со священным огнем. Не хочу сейчас уже перезаходить. Так, русский, китайский. Так, что тут у нас есть? Я ее использую, в принципе, и на битве гильдии довольно-таки неплохо заходит. С Минотавром, у кого есть донатные персонажи. Так, а вот у меня их здесь две. Вот одна ремочная есть тоже как вариант, не использую. И тут такой же самый вариант. То есть у меня она там еще со священным огнем есть. Можно и каменку поставить. Все зависит от того, как вы часто будете ее использовать. Но я бы не советовал ставить атакующий вариант. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Пишите, что вы хотите увидеть на Сардале. Следующее. Всем удачи, всем пока.